Яны рэпеціравалі па некалькі гадзін, заставаліся пасля заняткаў, каб на гарадскім свяце здаць свой асаблівы танцавальны экзамен. На плошчу славы выйшлі выпускнікі па 4 пары ад кожнай навучальнай установы Магілёва. С ним вообще танцевать очень легко, хороший партнер, на ноги не наступает. Танцевать вальс – это же красиво, люди будут радоваться, ну и мне тоже приятно. Свой вальс выпускники присвятили батькам, наставникам и родному городу, який хутка отзначить юбилей. Это наш город, мы здесь родились. Да. Здесь наши родители родились, он очень жили. Красивый, много достопримечательностей. Я очень люблю город, я вообще люблю всякую шумиху, люблю везде участвовать. Всегда принимаю участие во всех городских мероприятиях, с танцами, с школой, поэтому мне нравится, тут всегда весело, интересно. На самой главной площадке нашего города, возле городской ратуши, символа городского самоуправления, в юбилейный, прекрасный год для нашего города, 750-летие, 1300 выпускников Могилевских школ закружится в ритме вальса. И вот это вот единение, вот это вот радостное такое событие, когда его отмечают все вместе, что еще может быть лучше? Апошний звонок прогучал. Напереди экзамены, централизованное тестирование, поступление. Але еще будут и выпускные вечеры. Яны пройдут 9 червня. Алина Соловьева, Александр Артемьев, новини региона.